Ну что, друзья, я надеюсь, что вы уже посмотрели выпуск с Мальдив, потому что уже пора смотреть новый выпуск. Да, откуда? Мы уже в Дубайске. Дубайске. То у нас здесь на самом деле не очень много времени, всего 3 дня, поэтому надо успеть. Все. Все. Везде. Все и везде. Да. Все, поехали. Даша застряла в двери. Умничка. Дверь открыта. Короче, на паспортном контроле в Дубайске мне, когда, значит, поставили штампик и отдали паспорт, мне еще дали сим-карточку. Она 1 гигабайт. Вообще, прикиньте, да, где еще такое делают? И не просто, еще вот с этой вот открывашечкой, потому что у меня ее не было. Что бы я делала тогда? Ничего бы не делала. А тут дали еще открывашечку. И теперь сейчас мы как поменяем эстонскую симочку. И все, и будет у нас гигабайтик интернетов всяких. Потому что, знаете, вот иногда такси хочешь заказать, а интернета нету. Один раз была такая осенняя погода, не очень. И я не смогла вызвать в каком-то там городе такси. Просто пошла искать транспорт. Чистым кроссовочком вляпалась вот просто чуть ли не по колено в какую-то лужу. Была расстроена, прибежала там домой. Пришлось мыть кроссовок, все дела. А тут, ну, как бы такого не будет. Вот. Так что все, симка здесь, пошли в магазин! Мы, кстати, симка, она не просто на 1 гигабайт, она всего на 1 день. Она не просто на 1 гигабайт, она еще на 1 день. Направляемся в магазин, потому что нам надо купить там на завтрак всякого... Всякой всячины купить на завтрак, там кто что, авокадо, не авокадо, да. А, молоко. Потому что мы не в отеле будем жить, мы будем жить на хапке. Пофочка там уже имеется. Так, что-нибудь по мелочи. Снеков всяких, конечно. Снегов. Еще мы ждем Викулю. Викус. Мы вот сейчас через пустыню пойдем. Вот так. Увидимся, не знаю, либо в магазине, либо дома, либо еще где-нибудь. В ресторанте. В ресторанте там выйдем. Вечерний Дубай. А булочка выпрямит волосы, наконец. А может быть и нет. А может и нет. А может и мне выпрямить волосы? Мы пробовали выпрямить мне волосы, они у меня были в 2 раза короче на тот момент, и получилось такое вот солнышко милое. Стиль Земфиры получился. А что мне подходит? Вот сейчас отлично. Все нравится, когда белые были волосы. Белые были классные. Вам нравились мои белые волосы, говорите? Там я потом чуть-чуть корни отрастали. Да, когда корни отрастают, вообще топочка. Может, когда-нибудь я вернусь к нему. Я вернусь к нему. Нет, не к нему. В общем, распаковочка того, что мы купили. Багетик, виноградик, ананасик. Оливки просто нереально выглядят. Ты, мне кажется, съешь всю упаковочку. 100%. Авокадочка, конечно же. Пармезанчик. Кстати, я взяла ерунду какую-то. С кусочками апельсинами. Ну, мыло. Чтобы лапки были чистые. Голубика. Маленькие шоколадные круассанчики на утро. Взяли еще 3 чашки, потому что для кофе не оказалось нужно. Ну, короче, тут шампунь, кондиционер. Яйца на утро. Ну ладно, уж это можно так иногда, знаете. Особенно вот тут можно, почему нет? Оливковое масло, чтобы делать авокадо-тосты, потому что авокадо-тосты очень классные, когда немножечко добавляешь оливковое масло, сольки, все такое. Сковородка. Кастрюля. Это сырные чипсики, они похожи на чипсы, но арабские. Маленькие такие. А вода. Конечно же, мне для кофе. Овсяное молоко. Соль. Рыбка. Халуми. Это просто нереально с авокадо тостом. И фисташки. Викуля приехала. Это... Классно. Начало. Мы должны в студии.
бок в студии. Куда? Блин! Нельзя рядом ходить, даже ни с чем. Шай. Танцы, танцы. Танцы, танцы, танцули. Вот Вика пляж. Очень долго, кстати, шли, что-то не пропускается. Кошечка, киса. Она охотится на вторую. Привет. Мы опоздали на полчаса. Сейчас будет до-после, да? Снова всем здравствуйте. На разогреве у нас эдамами с солью поджаренный. Я поела нигири с лососем, они просто таяли во рту. Также таял во рту мисо-суп. И вот этот вот прекрасный коктейль с маракуйей, сок точнее, если быть точным, сок. Хайлайт того вечера – это жареный рис с тартаром из тунца. Наташа была просто в восторге. Викуля заказала себе доширак, такой вот красивый. Всего булочка моя. Че ты меня снимаешь? Рис жареный с тунцом. Выглядит крупно. Вкусно тебе? Виктория, лапшичка, доширак. Давайте. Доширак с курицей. Ну так что, рецензия? Это очень вкусно. Оно не острое на самом деле. В меру пикантное, хрустящее, тепленькое. И тунец тает во рту прямо. Очень вкусно. Виктория. Что нам еще принесли? Пельмешки. Вот эти... Какие-то пафосные пельмени с золотом. С грибочками. С креветками. У нас такой зеленая часть зала. Рейтинг блуд. Как вам блуд, да? Я помню, ты мне рассказывала про вот эти маленькие с грибочками. То, что мы пробовали в Барселоне в одном месте. Ой, ужасно. Там нам вот такой один большой пельмень принесли с грибом. Это вкусно. Вкусно и точка. Это можно есть. А что ты хвостик не ешь? Это можно есть. Хвостик. А что хинкали нельзя? Там дорожки. А шоколадный классик Боба Ти. Очень сладкий. А если сказать послаще, то что там будет вообще? Кусок сахара просто? Реально для шарфа тоже жить. У меня один год, лет 6 назад, я обожала бокси вот эти разные просто. С ума сходила. Сейчас по-другому с ума схожу. А я второй раз. А я первый раз бокс пробую. Странный. Что ты скажешь, что это жарит? Ну прикольно, их прикольно жевать, мне нравится. Я люблю мармеладки просто. Давай. Бля, такие мы даже не утащим. Что надо делать для всей России? Обалдеть. Да, ты ж бульбик. Подожди, три шарика надо попасть в это ведро в метре? Надо еле-еле кидать снизу. И подкручивать на себя еще. Он не будет отскакивать. Вот так вот. Они тяжелые. Ну давай.
Почти, давай. Да! Ну, блядь! Пикачу у нас везде. Вот это. А чё я это? Подружка. А мы в профиль пойдём выиграем. Ой, давай акулёнка. Мне нравится, мы реально, у нас такой модный приговор.
сказать-то? Так, что, плаваем? Плаваем. Мы да. Вечер здесь найдем. Тут оказалось холоднее, чем мы одеты, поэтому мы пришли за... Да. Вот какой-то... Такое прикольное какое-то место. Да, вот, я прикольная. Блин, смотри, там кофейные эти... Кофейные зерна в пакет. Сейчас будем греться. Да. Ну и стаканчики смешные. Средний стаканчик очень толстый. Там на соевом, потом на кокосовом, но кокосовое не везде вкусное, а овсяное почти во всех странах. То есть соевое, но вот в некоторых странах типа пресное, в некоторых сладковатое. А кокосовое в некоторых... Вот, кстати, в России, вот в Москве очень вкусное кокосовое в кофемании. Допустим, во многих странах кокосовое вообще ужасно невкусное, поэтому там не угадаешь. С овсяным угадываешь всегда. Теперь, собственно, самое важное, зачем мы сюда пришли. Готова? Кататься? Нет, тут пластиковые коньки. У тебя тоже. У меня тоже будут пластиковые коньки, но хотя бы в этот раз лед не пластик. Настоящая полноценная арена. У нас полтора часа. Но мы, конечно же, не будем полтора часа. Я не выдержу. Даша выдержит, конечно, полтора часа, но я нет. Ну, конечно. Ох, красота! Джексоны потом ответишь. Ну, тут, знаешь, не знаю, такие 100 лет назад давали. Вот и, наконец-то, опыт катания подобного коньках. Потому что доросла до определенного уровня, наконец-то. Сплиться надо немножко. Чувствую, как будто иду короткую чемпионата мира катать сейчас. Настрой. В общем, я еще особо сама не прокатилась. С голыми лапульками. Ну, черта. Но гораздо лучше, чем было на пластиковом льду, даже в таких коньках. Мне все отлично. Уже просто. Главное, когда... что я не падаю. Я не очень умею контролировать скорость. Мы сейчас несемся к ветрам в волосах. А обычно мы ездим вот так. И мой пингвинчик вот этот вот. На самом деле она меня толкает, а я просто спиной еду. Thank you.
Касаткина. Алиса! Кто такая Наталья Забияка? Алиса! Личная жизнь Дарьи Касаткиной. Сейчас поищем. Давай. Значит так, ребят, всем привет! Сегодня у нас в студии прекрасный шрумбургер. Доставочка из Шейк-Шака. Это распаковочка. Шейк-Шак. Это что-то типа Макдональдса, только в 100 раз круче и вкуснее, качественнее и все такое. Гигантский бургер, который называется шрумбургер. Котлета сделана. Там такой кусок гриба. Шитаки. Сыр. Сыр в шитаке. Да. Все это запекается во фритюре, получается такая вот котлета. И потом вся остальная начинка, как в обычном бургере, классная белая булочка, мягкая, соус Шейк-Шака. Так, вообще-то ты уже свой бургер мясной вот этот вот съела. Ну, холодный, как бы горячий, вообще был пушка. В общем, так, я помню, какой он был горячий. Ну, холодный, нереально тоже. Только крутящая оболочка, тянущийся просто сыр, очень вкусный. Я, кстати, ем мясо, но тем, кто вот не ест мясо, кто любит веганское, вот это вообще тоже супер тема. Это вообще моя любимая позиция в Шейк-Шаке. Ну и, кстати, Вик, как тебе мясной был? Честно, великолепно. Я не так давно попробовала Шейк-Шак. Вкусно. Сочек вот свеженький. 10-10. 6-0. Вот Вика. Да. А ты, а это Наташа. Наташа, да. Вот, да, биткоин считает. Пишите в комментариях. Колокольчики. Сердечки. Комментарии. Ну, вы видите, как он уплетается просто. Он маленький. Правда, бургеры в Шейк-Шаке не очень большие. А, это самое, посудомойка, когда мыла. Кого мыла-то? Даже не вынимай. Блин, суп слетит. Короче. Во. Бургер во, Шейк-Шак во. А мясной тоже был хороший. Картошка, ну, холодная, невкусная уже. Горячая была, ну, хорошая, добротная картошка. С сырным соусом. Но в Редвуде лучше. Да господи, ты помимо хорошая. Это был видеоблог. Да. Распаковка, расшифровка, раскусевка. Шейк, шука. Шак-шука. А теперь? Шейк. А теперь? Танец шейкит, пати-мейкер, шик-шик, пум-пум-пум. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, и мы будем... Мы старались позориться, как могли. К сожалению, отпуск пролетел слишком быстро. Да, но он будет еще через год. Почему ура. Через год не обещали в июле? Полгода. Нет, даже пожалуйста, больше. Месяца 8. Все, подписываемся, смотрим по 500 тысяч раз и пишем комментарии. И пока, смотрим теннис. Смотрим.